Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Castle Flipper. В прошлой серии мы прошли обучение аж целых, по-моему, два квеста. Погоди, а что это за зверь здесь? Хе-хе, он от меня убегает, ты смотри-ка. А зачем ты от меня убегаешь? Я один хрен топором махать в тебя не могу. Вот ты пойдешь на превьюшку. Он облизывается, ты видел, не? Подожди, Как бы тебя так потом перевернуть бы еще? Вот так вот тебя вырежу, наверное, да? Ну или, короче, как-то так он пойдет. Пойдет, придет. Или вот так вот огромным оленем придет к тебе на превьюшку прям. Нет, здесь не видно. Или как бы тебя так сфотографировать, чтобы ты... Блин, ладно. Ладно, пойдем. У нас с тобой есть ответственное задание. Нужно построить дом и что-то там еще сделать. Я включил запись-то. Запись включил вроде. Постройте дом, фундамент и крыши, и двери, и изменить вид дома. То есть, ладно, давай попробую. Задача Z. В смысле задача Z? Задача на Q. Это не то. Непонятно, короче, что-то надо делать, что-то надо делать, и что-то мы сейчас сделаем с тобой. Изменить, убрать топор, ломать. Не то все. Я забыл, как это все работает и как это все нужно делать. На И это здание, дома и фундамент. Четыре штуки. Фундамент и полы. Вот это, скорее всего, фундамент. Вот так. Ого-гошеньки, ничего себе, какой он огромный. Ну, пусть будет где-то вот тут. Вот это хорошо. Теперь... Ровно стоит хоть. Здесь, надеюсь, нет вот этого вот поворота. Я надеюсь, что здесь все просто ровненько изначально стоит и будет все хорошо. Есть какая-то кнопка, которая... Нет, не эта кнопка. Кстати, эта кнопка... Ай, сейчас сяду поровнее. Какая-то кнопка. Большой рюкзак вместо и для еще одного предмета. У меня пока вроде как хватает места. Переговорщик, все цены ниже на 10. Вот это зачем? Больше монет от разрушения и указывать на объект, который нужно починить. Ну, давай вот это тоже прокачать. Компас появился, красота. Теперь будет гораздо как-то, не знаю, не то что проще, как-то приятнее, сподручнее, что ли, больше похоже на House Flipper стало. И крыши, двери. Ну, чтобы крыши построить, я думаю, все-таки нужно сначала построить стену. Верно? Верно. Раз стена, два стена. Это волк? А чё он размером с оленей? И почему он не ест вон того зайца? Или что это за хрень такая? Годи, волк, иди ко мне. Я просто... Не, я серьезно, я хочу каких-то зверей нафоткать себе, чтобы они были на превьюшках. Спросишь меня, а чё я тебе это показываю, да? Для чего это все вообще нужно? А для чего тебе все это нужно смотреть? Я тебе отвечу, чтобы ты знал, как выглядит процесс поиска превьюшки. Подготовки и приготовления в целом, короче. Вот, ладно. Вход будет вот где-то здесь, тут. И окошко должно быть где-то вот... Короче, по образу и подобию того дома построю. А вот здесь еще одну стену залеплю. Да? Да? Угу. Все, все. Теперь крыша. Блин, ну да. Да давай вот эту крышу. Вот эту крышу сейчас поставь. Как раз дождь начинается. Самое время строить крышу. В дождь все крыши делаются, если ты не знал. Так, все. А что протекает? А хер его знает. А, слушай, не протекает. Я прям сижу здесь как во дворце. И стены прозрачные, и дождь не капает. Лепота. Теперь построить надо дверь. Ой, что это? Вот. Не, это двойная дверь. У меня столько места нет. Могу замок построить, но пока еще не могу. Ступеньки, дверь. Вот я хочу вот типа вот такой вот двери железной. Запиздячить вот сюда вот. Красота же. Взаимодействие. Она с двух сторон одинаковая, надеюсь, да. Колокольчиком внутрь, главное, чтобы не повесил я, и будет вообще все хорошо.
И изменить внешний вид дома. Внешний вид дома, он изменяется, знаешь где? В конце. Хуешки. Не в конце. Ванная разная, спальня, сад, огород. А где? А может быть на другую какую-то кнопку надо это делать? А? Я просто сейчас слово тебе говорю, я забыл. Дома. Дома. Я вот вижу здесь... Че я вижу здесь? Я ничего здесь не вижу. Как назад уйти? Ясно. Так, не то, не то, не то. Не то, не то, не то. Я на все кнопки сейчас поперенажимаю, и наверняка что-то я найду. Какую-то да кнопочку я... Погоди, а вот тут может что-то есть. Угу, есть, блядь. Чем потресть, говорит. На эту кнопку тоже ничего не работает. Ой, что, время что быстрее пошло? Или что сейчас было-то? Я, может, что не понял, что-то зашевелилось, так вот задергалось. На I у меня инвентарь. И как я должен изменить внешний вид дома, если я не знаю, как его изменить? Спальня, кухня, здесь полы-то есть вообще? Полы как дел? А-а-а, ёп! Ой, чё за человек такой? Здание, дома. Балкон мне не упирается. Давай сделаю я... Не то, меня обманывают. Меня нагло обманывают. Фундамент и полы. Ну подожди, полы же ведь, блядь, полы. Чё, они снаружи должны строиться, полы эти? В чём проблема поставить полы вот сюда? А? Блядь. Дурила ты, ёб твою мать. Штукатурка, камень, древесина. Старая древесина мне не нужна, мне нужна... Стены под штукатурку хотел сделать, но, видать, не судьба. Под древесину, короче, все будет. Ну а чё, какие у меня варианты есть? Я бедный человек, у которого особо денег никаких нет. Финансы ограничены, ресурсы ограничены. Естественно, дом у меня богатым быть не может. Поэтому у меня есть только три окна, дверь и деревянные полы с крышей. Хотя это, хочу заметить, не очень дешево. Теперь, блин, да почему у нас... Что Z-то там написано, в конце концов? Что дальше делать? Что вот это Z означает, не знаешь? Я тоже не знаю. Может, вот сюда надо подойти? А, вон туда надо подойти. Почему Z написано? Почему... Воркшоп. Мастерская. Это мастерская, здесь можно переименовать город, создать знамя и открыть новую мебель. Захотите и попробуйте. Ну, давай... Что там? Красавчик. Захожу и пробую. Нет, не буду я ничего переименовывать. Это что? Открыть новую мебель. Мастерская, это что такое значит? Ой, смотри-ка, это ж мозаика. Это верхний левый, правый точнее, это вот сюда, 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 и это вот сюда. Делов-то, 500 монеток даже дали. И кроватку. А можно я еще мозаики пособираю, мне нравится. А, ну то есть в любом случае, короче, мне нужно будет их покупать, в любом случае мне нужно будет это все... На это на все тратить деньги, и в любом случае мне придется за это все платить. Поэтому ничего уж сильно я не пострадаю, мне все равно кэшбэком 500 монеток возвращается. И думаю, что это не так страшно. Теперь подхожу сюда. Знамя. Ну, по классике, зеленый. А что это значит? Я хочу какое-нибудь светлое. Да, вот белое. Рамка тоже должна быть белая, а фон должен быть... Нет, тогда символ должен быть таким вот черным, да. Блин. Кошмарный сон дизайнера, мне кажется. Я просто как бы вообще не вижу каких-либо сочетаний. Но с рамкой это сочетается, поэтому фон должен быть какой-то...
Какой-то, что ли, нейтральный, может быть. Какой нейтральный фон можно вообще заделать? Блядь, какой здесь может быть нейтральный фон, ты мне расскажи. Вот такой-то ужас. Должен быть темный, потому что значок... значок темный. Ой, точнее, светлый. Давай сделай вот какой-нибудь... Вот такой. Мне кажется, идеально. Сменить флаг. Мне дали достижение. My Kingdom. Это хорошо. Mine Kingdom, хотел сказать. Можно выковать себе кольчугу и пойти на войну. Нет, нельзя. Как жаль. А зачем мне нужны теперь вот эти вот флаги? Так, для чего оно? Для чего? К чему все это? Не знаешь? Я тоже не знаю. Пойдем задание выполнять. Они куда интереснее. А, время уборки. Этот старый дом нуждается в ремонте. Очистите стены и полы, соберите мусор и приведите в порядок сад. Еще надо будет расставить мебель на втором этаже. Награда 3000 монеток. А, ну и, естественно, перейду я туда. Достаточно интересная игрушка, как мне сказали, что она достаточно короткая. То есть она не займет у нас с тобой много времени. И хочу заметить, что она, вот эта вот игра, будет выходить вместо House Flipper, пока... Пока что. Когда-то мы продолжим играть в House Flipper, но это будет не сегодня. И... Ну, просто вот я тебе это говорю для того, чтобы в курсе был, делал и не ждал House Flipper, если ты это делаешь. Если ты его ждешь. Мусор, поставьте шкаф, поставьте кровать, уберите старые пни и деревья... А, старые пни и деревня... деревня тоже надо убирать. Так... Теперь беру ломать. А здесь нужен топор опять. Вот сложный процесс на самом деле уборки бревен. То есть ты должен их разрубить, должен их там поубирать. Спрыгнуть в колодец можно и утопиться, нет? От жизни от такой... Жизнь ремесленника тяжела. Красота. Чисто, чисто, как вот, как будто здесь прям только что построили все это. А как наверх подняться, не знаешь? Я тоже не знаю. А деревья какие надо рубить? Вот эти вот? Такие вот огромные вот. А, сухие, естественно. Какие надо деревья рубить, блядь? Конечно, сухие. А можно же без пинков как-то это все делать, не? Пойду вот это сразу срублю. Чтоб 150 раз к этому не приходить. Так, так, так. 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 Теперь беру молоток. Ломаю пеньки. А не выкорчевываю их. Ну, так делают все самые умные люди на свете. Выкорчевывают пеньки. Ой, не выкорчевывают, а ломают пеньки. Так, здесь у нас мусор, 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 мусор. Давай. О, здесь тоже есть таракан, но их не нужно засасывать пылесосом. Знаешь почему? Потому что пылесосов тогда не было. Поэтому не нужно засасывать их пылесосом. Просто нет такой возможности. Если была такая возможность, я думаю, разработчики бы это подумали над этим. Интересно, здесь можно в настройках поменять, как, не знаю, тараканов на стекла? Да чё такое-то, я не пойму. Что? Ломать надо? Сломал, делов-то. Убрать, убрать. Убрать, убрать. У кого-то здесь была бурная гулянка. Да она стоять вообще не хочет. Я думал, она упадет сейчас, а она, оказывается, просто так ставится. Ненужные мешки с мукой убрал тоже, но... Но... Зачем? Они никому не нужны, они здесь валяются просто без присмотра. И я решил, что я могу их взять. А скину все это дело на то, что подумал, что это мусор. Ну, подумал, что мусор, ну и все. Так, что с мусором? Мусор все, пятна остались. Одно пятно. Где бы мне его найти? Вот, вот оно. Эй! Не достает сразу, понимаешь? Не хочет он сразу доставать то, что я от него прошу. Пятна тоже готовы. Поставьте кровать на втором этаже, поставьте шкаф на втором этаже. То есть на втором этаже я должен поставить кровать и шкаф. А, первый этаж это вот этот. Значит, второй этаж это вот этот. Значит, сюда нужно поставить шкаф и кровать.
Ну, давай вот здесь вот будет стоять кровать. Да, что такое? Спальня, кровать, самая обыкновенная. Самая недорогая, самая вот... Самая-самая... Да, вот эту поставлю, которую как раз только-только-только открыл. Кровать готова. Сейчас, я подожди-ка, я, может, что не... Может, что не понимаю? Так это не второй, это третий этаж. Это уже явно не второй этаж. Почему игра меня дурит? Чё игра делает из меня дурачка? Так, типа... А, не привыкну я никак. В House Flipper по-другому все это делается, поэтому мне как-то не по себе. Шкафчик. Шкафчик нужно поставить какой-нибудь эдакий. А что это за корона? Что корона значит? Это значит, что это королевское что-то? Или это значит просто, что это понравится человеку? Босс вознаграждения. Завершен 0 из 4. Что такое 0 из 4, не знаешь? Я тоже не знаю. Может, 4 минуты? Ну, нет, я гораздо дольше это делал. Награда 3600. Вернуться домой. Я же сделал все задания, верно? Верно. Я сделал все задания, значит, мне нужно возвращаться домой. Итак, идем к нашей доске заданий и беру следующее задание. Слушаюсь, капитан. Приветствую. Ходят слухи, что вы лучший реставратор в этих краях. Надеюсь, вы сможете уделить мне крупицу своего времени. Видите ли, у меня проблема. Мой дядюшка Амвросий оставил мне в наследство небольшой остров. Ни хрена себе мне кто оставил. Местечко. А, местечко заурядное. Да и не в лучшем состоянии, но я не мог воспротивиться его дядюшке. И принял подарок. Сам остров заброшен, старый дом да корабль. Крыша над головой у меня и так есть, а вот корабль звучит многообещающе. Я всегда грезил морскими приключениями. Вот только в нынешнем состоянии он и из порта не сможет выйти. Надеюсь, вы поможете мне воплотить давнюю мечту. Естественно, за вознаграждение. Все, что найдете в доме, ваше. С уважением, Домослав Воемил. Надеюсь, я так понимаю, что в доме что-то будет очень интересное и очень нужное. Потому что, ну, не просто так он сказал про дом и про то, что все, что там есть, оно все наше. Поэтому... Ой, а что это? Что это? Что такое-то? Эй! Кстати, сегодня обновление было. Такое, знаешь, обновление, оно прям, типа, не то, что прям крупное, но оно прям, типа, там прям написали много-много всего. То есть добавили, там, изменили какие-то пунктики по переводу на русский язык. Изменили, что-то надобавляли там, ну, короче, языки подправили, это факт, изменили какую-то мебелину какую-то поправили, какую-то добавили, что-то там понадобавляли, миллион всего. И... Так, а погоди, а как... Я просто не понял, а я как сюда подошел-то? Взять ключ какой-то, смотри-ка, ключ нашел. От чего ключ? От корабля, он заводится ключом. Так, это не то, это все не то, это мне не нужно. На третий этаж поднимаюсь здесь. Что, здесь один мусор? Здесь больше ничего, кроме мусора, я так понимаю, нет. Все, говорит, что все, что найдешь в доме, все твое. Такой щедрый дядька, я прям не могу. Ты нашел мусор, мусор весь твой. Пири, не стесняйся, а что такое? Что такого? Знаешь, мусор тоже может пригодиться. Кому-то может пригодиться. Так, дальше что? О, ни хрена себе. Мусора здесь много, хочу заметить. Кстати, ты мне написал, что я пропустил какую-то записку. Я так и не понял, что за записка там была. То есть я вроде как по заданиям все нашел. Мне кажется, что я все нашел. По крайней мере, игра от меня больше ничего не требовала. Что я там еще мог забыть? Все на улице. Все с той стороны на улице и с этой... А, с этой стороны не только на улице, с этой стороны еще вот здесь вот. Этого не должно быть, да? Просто он сказал, что ему с домом ничего не нужно делать, в принципе, что у него крыша есть, а вот корабль ему нужен. Я и подумал, что он ему не особо
убирается этот дом, что в нем делать особо ничего не нужно будет. А оказывается, того ни хрена себе. Блин, пятно внутри. Сундучок. Пятихаточку нашел. Ну-ка, смотри, какая красота. Так, это не нужно рубить, это нужная вещь. Пятно вот. Ты не туда нажимаешь. Мытье здесь очень такое, знаешь, специфическое. Кстати, по поводу навыков. А, во время задания я не могу навыки выполнять. Я могу ремонтировать? Серьезно? Серьезно? I have a chair. Мне дали достижение. Я починил стул. И я имею стул. Здорово. Прикольно, слушай. Здесь такая-то методика вот этих вот технологий изготовления и починки вот этих всех мебели вот этой всей. Блин, классно. Слушай, мне нравится, как это выглядит. Но все-таки муторно очень. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Это... Бляха-муха. Я хочу, например, достать... Опа. А я достану. Нет, вот, блядь, да, подняться на второй этаж и снять эти решетки с окон, а? Нет, я буду прыгать, пока не надоест. Кому-то из нас. Чё здесь? Больше ничего, короче. Нужно вот это вот все убирать. В доме, говорит, все, что найдешь, все твое. Ничего в доме не нашел. По крайней мере, полезного. Пятна. 4 из 10. Мусор 56 из 86. Ну, конечно, засрано здесь все, конечно. Прям, конечно, конечно. Опа, мышки. Их ловить нужно, ты смотри. Red Catcher. Мне достижения не давали, миллион уже. По-моему, третье уже или четвертое достижение в этой игре. Не, ну, за сегодня только. Так. Так. Так, а зачем это все нужно мне? Не знаешь? Куда мне эту всю приблуду пристроить? Мыша! Блин, не могу поймать. Ни шиша. Так. Пол я починил немножко, палубу. А это что? Сюда тоже нельзя поставить. Вот эти большие балки для чего? Это для стен скорее, да? Угу. Вот сюда, беру. Пошел чинить. Записка. Подожди, записку я сейчас прочитаю, но... Мне нужно сначала найти, где дыра в стене. Вот она, ёшкин... А, еще одна. Не то все, не все. Все не то и все не так. Раз, два... Три. Я прям как будто бы играю в Sea of Thieves. У меня прям флешбеки. Да возьми ты. Чини. Слушай, прикольная игрушка. Мне нравится. Она прям такая своеобразная. Она прям такая простая. Она прям такая, знаешь, душевная. Музычка какая-то расслабляющая на фоне играет. Мыши бегают, блядь, под музычку, под эту красоту. Подожди, куда ты побежала? Ну... Не нужно от меня убегать, я же ведь тебе ничего плохого не желаю. Я тебя просто кладу в карман и все, и хожу с тобой. И ты у меня в кармане там щекочешь. Убрать. И пошел тереть. Поймайте всех мышей. Я 8 мышей поймал, и я большой молодец. Внизу-то сколько всяких всячины. Ну-ка, грязюка, уходи. Теперь возьми ты ее. Ее. Не хотел брать, представляешь? Да-да. Угу. Куда ты поворачиваешь-то? А самое главное, зачем? Пошел вниз. Оценив ситуацию. Здесь, я так понимаю, тоже разломано все, потому что, ну, не зря же здесь
столько валяется всяких этих больших бревен, то есть которые должны как раз стены чинить. Здесь их очень много, ну не то, что прям очень много, просто они явно были лишние. Нос чешется постоянно, я не знаю, как начинаю записывать, весь день не чесался, блядь, начинаю записывать, чешется нос. Что происходит, вообще не знаю. Чё там? Чё там? Почините стул, отремонтируйте палубу. То есть палубу я не отремонтировал, да? Интересно, получается. А где я ее не отремонтировал? Хотелось бы мне увидеть. Кто-нибудь, ткните меня носом. Где не отремонтирована палуба? Там ящик вижу. И все, больше ничего не вижу. Ладничка, давай мыть пятна, а потом уже разберемся. Главное все делать последовательно, чтобы не было путаницы. Чтобы не было путаницы ни в голове, ни в жопе. Короче, все понятно. Так, и теперь... А, ну здесь тоже ничего нет. Пошел-ка я наверх. А как наверх подняться? Только по одной лестнице? То есть как-то это не практично. Я считаю, что по одной лестнице подниматься вообще не круто. То есть, ну, блин. А вдруг сломается? И чё? И как? Надеюсь, я далеко никуда не отъехал, потому что я отходил, и мне... Прям не люблю, блядь, когда меня отвлекают. Я прям сил нет. Я забыл уже, что делал. Трибушет. Список дел. Стабилизировать рычаг, затянуть узел веревки, снизить осевое давление. Хорошо, я понял. И чё? И дальше куда? Трибушет-то я здесь не вижу. Эта записка нечитабельная. Так, а... Ну и все, то есть, да, это больше ничего делать не нужно. Погоди, а теперь-то куда? Я здесь даже трибушета не вижу, понимаешь, или нет? Трибушет-то где? Тут еще целая комнатуха. А, вот и трибушет, по крайней мере, нарисованный. Это уже гораздо лучше, чем ничего. Так, вот лестница наверх. И здесь сундук. С косариком. Так, сундуки, 2 из 4. Я нашел только 2 сундука из 4. Записки. Одну из одной. Нужно еще отремонтировать корабль. 2 стула починить. Отремонтировать палубу. Палуба-то где поломанная, ты мне расскажи. Палуба-то где сломана? Это все не отображается здесь. То есть палубу нужно искать просто... О, пятно вижу. Вижу пятно. Почему-то оно у меня не отобразилось. Или я просто не заметил белым пятнышком. Может быть, где-то здесь и палуба сломана. Я просто что-то вообще не догоняю, где она есть. Но в той стороне был я везде. То есть там точно нет поломок. Здесь что? Здесь тоже палуба целая. Так, дальше я не могу проползти. Жаль. Здесь тоже палуба цела. Палуба же ведь это полы. Правильно? Правильно. Пойдем в ту сторону. Пойдем посмотрим здесь. Здесь тоже пол цел. Чё за люди? Так, палуба готова. Сундук. Еще косарик готов. Красота. Так, и где теперь получается еще одну вот эту дырку-то найти? Где можно, нужно, необходимо залатать пятно? Я по нему ходил и не замечал. Тоже наверняка где-нибудь здесь. Да что такое? Почему я выпрыгнуть не могу? Я хочу выпрыгнуть с корабля. Так, ну если поглядеть вот туда, я не вижу абсолютно никаких поломок. И каких-то значимых повреждений. Следовательно, это с этой стороны. Но с этой стороны тоже их нет. И как быть? Тут тоже нет. И тут тоже нет. Куда мне с этим бревном податься? Давай хоть пятна уберу. До конца. Все, наконец-то хоть пятна готовы. Выполнены. Так, здесь дырок никаких нет. Здесь дырок... уже вроде никаких нет. Я отсюда пришел только что. Пойдем в тот конец. Но мне кажется, что с той стороны тоже как бы ничего нет, потому что вот, ну, видно все. Здесь все четко просматривается. Мне нужно что-то... такое место,
которого я не вижу. Может, на том корабле? Может быть, может быть. Да ты не застревай. Где здесь может быть дыра? Ну, дыра может быть только снаружи. Вот она, ёшкин кот, нашел. Отремонтировал корабль, починить стулья и выбросить один мусор. Ёшкин кот, ёшкин кот, ёшкин кот. Мусор, 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 мусор. Не вижу. Мусор, скорее всего, где-то в доме. Если нет, то я вернусь, вырежу все это дело, и вы этого все равно не увидите. А туда? Видно все, нет? Нихуяшки не видно, ладно. Хоть и распространяется весь этот белый, как его называют, белая волна, это на всю округу, все равно не видно этих белых, как их называют, изображений мусора, который нужно убрать. Где-то здесь. Не, погоди, вниз? Где? А, на похоже очень на мебель было, поэтому, наверное, я это не трогал. Нажимай. Так, вставить, 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 вставить. Забить, 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 забить. Теперь иду к этому стулу. А, поставить его еще нужно. Вот сюда, в этот угол. Тап, ремонтировать. Не тот ремонт, немножко. Ремонтировать. Вставить, 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 вставить. Угу. 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 И остается найти один сундук. Ну, за... Он не забивает гвоздь. Он не забивает гвоздь, представляешь? Неужели? All aboard. Все на борт, наверное, да, достижения? Я посмотрел на запись, просто не видны достижения, поэтому да, вот их не видишь, а я их вижу. Остаться, я хочу найти сундук. А, здесь сундука... Сундука нет, возможно. А возможно есть. От чего было... От чего был ключ? Я же ведь ключ какой-то здесь нашел. Как ты думаешь? Я вот... Не знаю, от чего здесь ключ. Может, от двери, от той. На инвентарь нажму. А нет инвентаря, жаль. Ку. Нет, ничего здесь нет. Где-то, может быть, внизу лежит этот сундук. А один вот он лежит. Я его обнаружил. Здесь, здесь больше ничего. Там, там тоже больше ничего вроде как не видно. Блин, а где тут можно спрятать сундук, чтобы я его не заметил? Да везде, я нигде не замечу. Кажется мне, что он вон там. Не, показалось. Это был не он. Блин, слушай, у меня есть желание закончить задание, несмотря на то, что я не нашел сундук. Ну, просто потому, что я его не вижу. Ну, серьезно, я не то, что его не вижу, я его, блин, искача буду полгода. Потрачу кучу времени, а в итоге-то толк нет этих 500 или 1000 монеток. Как такового нет смысла. Думается мне, что надо заканчивать задание. Если в доме нет, сейчас я еще кружочек дам, то пойдем с тобой к следующему заданию. Погоди, а что это такое? Золотистое. Красивое. Бесполезное. Угу. Ну, я не вижу. Вижу. Вижу все. 1000 монеток. Отлично. Все, полное, полностью выполнил задание. Вернуться домой. Да, выйти. То есть, интересно. Все очень даже неплохо у нас с тобой получается. Уже 25 тысяч монет. Полезный урок. Ищу кого-нибудь, кто преподаст урок моему соседу. У моего соседа хватает денег, чтобы купить собственную повозку, инструменты и все остальное. А он все равно постоянно одалживает у меня. И потом забывает отдать. А если не забывает, то возвращает сломанное. Думаю, у всех есть такой знакомый. Так что ищу кого-нибудь, кто проучит этого козла. Я прошу только сломать пару его вещей. Пускай знает, каково это. Не считая воскресений, Роберта не бывает дома... А, не считая воскресений, Роберта не бывает дома до самого вечера. Так что проблема
возникнуть не должно. Хорошо, пойдем проучим Роберта. Бедный Роберт, блядь. Он же не специально, почему с ним не поговорить? Зачем, зная, что человек возвращает тебе сломанную вещь, давать ему все равно ее в долг? Это же глупо. Че, мне ломать нужно, нет? Да он ни хрена не проучил. Вот это да, вот это я понимаю. Вот это молодец, блядь, проучил. Да, сосед такого не колодец. Колодец жалко, нельзя сломать, да? Ну, короче, нужно сломать здесь все, абсолютно, просто все. Просто все, что ты видишь, нужно ломать. Еще приходит Роберт, такой смотрит и... А ты кто? А ты вообще кто, дядь? Ты какого хрена бегаешь с молотком у меня по огороду? Ломаешь все мои предметы, все вещи, которые я нажил, так сказать, непосильным трудом. Почему ты заходишь ко мне в дом? Забираешь мои сундуки? Что за китайские звуки там, за китайский домик? Был. Звук какие-то странные, прям правда. По ушам ездят. Парарам-пум, ру-рум-пум. Я, пожалуй, помогу соседу, во-первых, убрать сено, убрать грязь и заработать на этом хоть по 10 монет. Ну, типа, почему нет? Помог соседу, помог всем. Помог другому соседу. Помог другому мужику. Всем помог, блядь. Всем помог. Просто всем. Я такой помощник, чтобы просто обосраться. Так, а вот здесь-то, может быть, есть что-то? Нет, я думал, здесь может быть сундук вот этой кучи грязи, кучи мусора, кучи сена, кучи всего вот этого вот. Есть. И нет сундука. Как жаль. Музыка такая, блядь, задорная. Просто не могу идти, блядь. Что самое обидное, он тратит время на разламывание, например, одного предмета какого-то одно и то же время. То есть, чтобы стул сломать, он у него занимает всего ничего. И столько же всего ничего у него занимает сломать горшок, например, молотком. То есть, я думаю, что нужно было бы наоборот быстрее сделать разламывание, например, вот этих маленьких предметов и долго лупать в кровать, может быть. То есть раза три там лупануть по кровати надо было. Вот это было бы правдоподобно. Так, сколько там еще? Еще половина, ты представляешь? Еще целую половину надо разломать. Жуть. Бедный, блин, Роберт, это... Жуть. Вот ты серьезно? Ты хочешь сказать, что человек с такой огромной стеной, таким огромным замком и с таким количеством надворных построек не может себе позволить... не знаю... Что было сейчас? Не может позволить себе инструмент. Мне кажется, что сосед его просто-напросто завистливая какая-то скотина, которая хотела, чтобы я сломал ему все, что в чем есть. А это очень нехорошо. Ну-ка. Эй, пусти меня, пожалуйста. Я же вижу, что здесь есть здание. Я вижу, что там внутри что-то есть. Как жаль, что меня туда не пускают. Пойдем вот в это здание сходим, чтобы, ну, мало ли, что тут полезного есть. Скорее всего, здесь есть сундук. Вопрос, а где ему еще быть? Го вытворяю, го выделываю. Здесь нет сундука. А, вот сундук. Вот здесь сундук. Сундук готов. Так, осталось сломать ему все оставшиеся строения, и будет вообще все отлично. Но я ему, конечно, не завидую. Честно, не завидую, потому что у меня закончились строения, а сломать еще нужно аж целых 45... Да, 45 предметов. А где же мне их найти? Милый мой, где найти мне 45 предметов? 45 это прям много. Может, я в доме не везде был? Скорее всего, не везде был в доме. Смотри, какой он огромный, я был только вокруг него ходил. Ничего себе. Да, здесь куча всего еще можно сломать, так что еще раздолье какое.
однообразное вот это вот задание, такое оно скучное. Скучное ввиду, знаешь, не того, что... Какие-то одни действия мы делаем. То, что тут анимация одинаковая, то, что тут здесь, блядь. Тут... Тут все одинаково, просто бегаешь и лупишь по предметам. И даже находить особо не нужно, то есть они вот они все стоят. Ну, пока не осталось. Пока не остался один предмет, искать пока ничего не нужно. Шторы сломал ему, правильно, правильно. А что он со шторами сидит, да? 111 из 120. Вот сейчас начнется самое сложное. А факел нужно свечки вот эти ломать? Нет, нет, нельзя, представляешь. Блин, вот 9 предметов гораздо сложнее, конечно, найти, чем 70. Как я это пропустил? Есть фонарик здесь на ЛЭ, там нет? Жаль. Очень жаль, хотелось бы фонарь иметь. Ой, как много всего, и как... И само оно не бьется, и само оно не ломается. 3000 за вот такой разбой, представляешь? Мне срок больше и дадут. Это вообще какая-то несправедливость, по-моему. 3000 монеток просто за то, что... Я разломал целое, просто можно сказать, королевство мужику, бедному Роберту. Давай на этом прощаться, потому что уже времени немного прошло. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии. Увидимся. И в других видео обязательно заходи, смотри, ставь тоже комментарии и пиши лайки. И всем пока.